Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Ловим Рыбу. И сегодня я хочу вам показать очень простой монтаж. Flat feeder. Вяжется очень просто и легко. Данный монтаж можно выполнить в двух вариантах. Это глухой монтаж и скользящий монтаж inline. Итак, приступим. Первым делом изготовим скользящий монтаж. Для этого нам понадобится основная леска. В основном flat feeder вяжут на литкоре. Но я вам покажу на примере простой лески. Леску я взял яркую, толстую для более лучшей визуализации. Итак, приступим. Первым делом изготавливаем поводок из поводкового материала. Поводок вяжем не длинный, сантиметров 5-6. Привязываю я узлом клинч. Как ее вязать, можете посмотреть ссылки в описании под этим видео. Также можно использовать поводок с волосом для ловли на бойлы и другие плавающие насадки. После того, как связали крючок привязываю, как я уже сказал, узлом клинч. На втором конце поводка вяжем петлю. Далее берем кормушку flat feeder, снимаем этот резиновый стопорок, продеваем основную леску через этот стопорок резиновый первым делом. Далее продеваем через кормушку, продеваем леску в кормушку. Продели леску и одеваем этот резиновый стопорок обратно на кормушку. Продели. Дальше на конец лески одеваем бусинку. И вяжем верклюжок. Верклюжок тоже вяжу узлом клинч. Вы можете вязать любым другим узлом, который вам больше всего нравится. Если вы не знаете, каким вязать узлом, вы можете посмотреть, как вязать узлы на нашем канале по ссылке в описании. Обязательно смазываем леску, чтобы ее не перепалить, когда вы затягиваете узел. Затянули, лишний край обрезали. Бусинка нужна для того, чтобы вертлюжком не разбивать место кормушки. Все, привязали вертлюжок. К вертлюжку вяжем поводок, петля в петлю. Привязали. Все, друзья, на этом скользящий монтаж готов. Все. Набиваете кашу, сюда вешаете либо пенопласт, либо любую животную насадку, либо если крючок с волосом, цепляете бойлы, поп-апы, и все, закидываете, рыба клюет, подклевка слышится очень замечательно. Вот этот резиновый предохранитель, как его назвать, служит для того, чтобы леска не терлась об кормушку, при этом не повредилась и не оборвалась. Итак, приступим к глухому монтажу flat feeder. Берем кормушку flat feeder.
Снимаем резиновый стопорок. Одеваем его на основную леску. Так, все делаем так же самое, как при скользящем монтаже. Далее продеваем леску в кормушку. Продели. Одеваем резиновый стопорочек этот предохранительный. И на конце лески вяжем вертлюжок. Вяжу также узлом клинч, но вы можете вязать любым другим удобным для вас узлом. Я вяжу узлом клинч, потому что это очень простой, очень надежный узел, который не подведет использованного времени. Обязательно смачиваем и затягиваем. Узел готов. Лишнее обрезаем. Все. Далее берем этот вертлюжок и засовываем в кормушку. Засовываем его в кормушку. Все, практически засунули. Засовываем полностью, чтобы второй конец петлюшка был свободен и спокойно вращался. Все, на второй конец петлюшка также петля в петлю одеваем поводок. Все, друзья, вот получился у нас глухой монтаж флатфидера. Какой выбрать вам, это уже ваше решение. Я больше люблю ловить на скользящий монтаж. Так, немножко о поводке. Поводок делаем длиной 5-6 сантиметров для того, чтобы вот он длиной был не более кормушки, для того чтобы поводок не цеплялся, не перехлестывался с основной леской при забросе. Также существует пресс-форма для фидерного монтажа, и для того чтобы поводок 100% у вас не запутался, для этого мы берем поводок, первым делом ложим кормушку, одеваем на поводок пенопласт либо другую насадку, ложим сначала кормушку, здесь есть отверстие для этого, для бойла либо другой насадки. Насыпаем в него вашу прикормочную смесь, кашу какую-нибудь или еще что-то, и запрессовываем кормушку. Запрессовали. После того, как вы флатфидер вытянете из формы, у вас получается каша, и в этой каше сверху ваша насадка, которую вы насадили на крючок. Это же может быть пенопласт, кукуруза, бойл и все остальное. И далее, когда вы забросили крючок с поводком, нигде не цепляется, ни за что не цепляется, он находится в прикормочной смеси. Когда кормушка упала на дно, крючок находится с манкой каши. Через секунд 10-15 каша начинает растворяться в воде, рассыпаться. И в это время поводок с крючком поднимается над этой кашей. Пенопласт, который нацеплен на крючке, поднимает ваш крючок вверх. Рыба ходит, кушает. Увидела приманку, схватила, все, есть поклевок. На этом, друзья, все. Я думаю, надеюсь, вам пригодится
наш совет такого монтажа флатфидера. Обязательно пишите в комментариях, каким монтажом пользуетесь вы при монтаже оснастки флатфидер. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!